Всем привет, меня зовут Гриша Макалкин, и я райдер команды Scooter Unity. Сегодня мы снимем для вас обзор, как правильно собрать самокат на компрессионной системе HIC или же iHIC. Прежде всего я вам хочу сказать, то, что компрессионная система HIC отличается от компрессионной системы iHIC тем, что iHIC она подходит для рулей диаметром 31,8, а iHIC подходит для рулей диаметром 34,9. Соответственно, у нас на самокате представлена компрессионная система iHIC, так что давайте приступим к его сборке. Начнем с установки вилки. Чтобы установить вилку, нам нужно поставить рулевую в деку. Соответственно, вставляем нижний пром. Далее идет верхний пром вместе с проставочным кольцом. И вдеваем вилку. Чтобы рулевая хорошо крутилась, нам нужно поставить на вилку проставочное кольцо. Но на этой вилке идет проставочное кольцо интегрированное, поэтому нам этого делать не нужно. Так, вставляем вилку. Далее надеваем крышку. После этого устанавливаем компрессионную систему. Это делается следующим образом. Мы надеваем iHIC колбу поверх вилки. Далее крышечку вместе с болтиком. И все это закручиваем. Закручиваем не очень сильно, чтобы рулевая могла спокойно крутиться. Так, все, отлично. Далее переходим к установке колес. Начнем с заднего колеса. Вставляем ось в деку. Далее идет небольшая проставочка между декой и колесом. Далее мы ставим само колесо. Вторая проставочка. Вот, все мы это закручиваем так, чтобы колесо не люфтило, но при этом хорошо крутилось. Далее переходим к установке переднего колеса. Там тоже нет ничего трудного, просто вставляем моську, устанавливаем колесо и все закручиваем. Так же, как и с задним колесом, нужно закрутить не очень сильно, чтобы при этом колесо также не люфтило. Колесо прекрасно крутится и не люфтит при этом. Соответственно, мы можем переходить дальше. Надеваем вот этот хомут на руль и просто устанавливаем руль на самокат. Поскольку компрессионная система уже закручена, мы можем просто установить его ровно и начинать использовать. Так, хомут мы закручиваем постепенно в несколько кругов. Проверили, люфтит ваш самокат или нет. Если люфтит, то закрутите его еще раз. Если нет, то смело можете его использовать. Вот, в принципе, и все. Это не очень трудно. Попробуйте сами. С вами был Гриша Макалкин, райдер команды Scooter Unity. Пока!